Ивановские представители Народного фронта обсуждали сегодня, какие вопросы нужно задать лидеру их объединения Владимиру Путину на первом съезде, который пройдет 11-12 июня в Москве. Регион будут представлять бизнесмены вымирающей текстильной промышленности из Кинешмы, директор НИИ материнства и детства, а также координатор ОНФ в Иванове. Пока работа этой структуры не начата. Представители только обдумывают, каким будет Народный фронт, какое название он получит и чем будет заниматься. Ясно только, что на первом съезде встретится больше 1000 человек из 83 регионов страны. Также на встречу приглашены все губернаторы. Ивановские делегаты будут поднимать перед президентом вопросы бедственного положения текстиля в регионе. Первое, что нужно понять, ОНФ – это не партия, это надпартийная структура, некая общественная коалиция. Как любит говорить президент, это интерфейс его фактически для взаимодействия с народом. И, соответственно, это будет общественное движение, и форма юридическая, которая будет, скорее всего, это НКО. То есть, значит, вот такая вот структура. И поэтому для нее требуются учредители.